Он так он все время так гудит или нет? Ну, лаптоп. Ну, есть это такой, да. Так, вроде бы перенес. Ты сейчас список мне не писала? Но надо этого, чтобы не забыть, мазь эту купить заранее, чтобы, потому что или я сейчас пойду куплю принести, или не обязательно? Нет, Сырочка, не обязательно. Ну, да. Лучше в другой раз. Каждую неделю не надо ходить. Ну сейчас с этими, вот. Надо будет потом. Ну если я заплачу за квартиру, хлеба надо было купить все-таки. Ничего, Сызашна, мне хватит на две недели, вот так хлеба хватит. А то и больше. Добро, сейчас мы просто, ты и так отсюда ничего не увидишь. Например, значит, вот Любуся, тут это самое, фотографии посмотришь, как это, и тут несколько видео. А, это с Женей разговор. Короче, я тут с Женей так ничего не успел. Ну, да. Ну, как говорится. Ты письмо отправил, да? Мам, ну. Конечно, есть. Дёшево громкоговоритель, как это, знаешь, без печали, ездит по улицам, третья тут тест, нет, или ты не слышишь?
Нагнетают только людям, портят настроение. Смертность намного ниже, чем в Италии была. Сейчас смертность на том же уровне, что в прошлом году от обыкновенного зимнего гриппа в Италии. Это официальные данные. Но все время вот нагнетают. Ну ладно, мамуля, короче, я выключаю. Да, выключай, только не закрывай этот самый. Что, ты будешь смотреть? Да, я буду смотреть. Ну, только попозже. Угу. Так, как это выключается? И сети не выключай. Не выключается? Выключи. Типа, вот это мне для театра. Ох, жалко. А вот это кто? Не написано? Не знаю, это... Да, я уже сделал для театра. Сегодня это получится сейчас. Это тоже для театра? Да. Страшидло, Анечка сказала, страшидло. Угу. Вот. Ну, я его нашла там с черепами, видишь, одежда с черепами у нее. Вот это как пират получился. А? Пират. А это кто? Тест от нее, да? Да. Угу. Типа какая. Вот это мне для театра. Ну, ох, жалко. И там и так получилось новое. Так получилось много. В народном таком ледовом убранию. Ну подумай пока. Подумай. Ну, сгущенку уже не покупать, если попадется. Ну, можешь купить. Будет. Ну, когда запасы. Ну понятно. Вот если попадется еще вот это вот самое такие в банках. Морковка и горошек. Вот не было морковкой, а в стеклянных, да. Стеклянных. В таких? Нет, в стеклянных. Ну, была, одну купил, мало, да? Конечно. Да, я салатики буду делать. Я для чего огурчик делаю. Я сейчас вот с капустой делаю. Делала с капустой. Вот этот раз ты хорошую капусту купил. А так 14-го тогда. Добро, мусор я взял. А, чуть-чуть не взял. Вот рукавицы одень и там все поскладываешь. Ну, мед оставите. И вот эту банку. Не надо. У меня есть мед. Зачем? Ну ладно, если что, купим. И в баночку. Вот этот мед, кстати, я люблю не такой мед, а такой, знаешь. Я густой. Занятия. Они мне уже уплатили, те, которые уже уплатили. Угу. Вот, ну и еще такие веду занятия, которые... Вы там взял, да? Да, мам, все взял, да, на эту тему не говори. Ну, добро, мама, я тебя не целую. Маски. Настали времена. Ну, мне вот это я говорю. Некоторые говорят, конец света, зараза, ну, знаешь, конец света уже давно наступил. Вчера... По этому самому, по Полонии, такой хороший концерт, это старые польские песни, я не люблю. Не знаю, Люда там что-то смотрела, я слышал. Старые польские песни. Игнев Бадецкий. А, нет, это нет. Ну, ты же Пчелку Майя пел. Это по другой. Да? Угу. У меня только две польских программы. А. ТВП Полония. Ну и отлично. Там фильмы идут. Мам, ну ты что, не звонила, я тебе говорю? Или ты хоть не хочешь деньги тратить? Не хочу деньги тратить. Ну тогда... Там как нужно, как будет это дело ждать. То, что... Долго там все это... К ним звонить, это сама знаешь. Это инфо очень мне нравится. Программа хорошая. Добро. Русские все идут, да? Да, русские все программы. А вот моя рукавица. А ты даже не это. Я думаю... Потерял. Да.
Ты даже не знаешь, что ты за подушку упала. Вот. Хорошо, что я эту не выбросил, потому что это рукавицы. Ну ладно, я пока. Деньги я вроде взял, да, в туалет не иду, ладно, я домой еду. А это как было? Нет, ты давай, только рукавички одень, когда будешь перебирать эти. Что? Ну вот эти продукты, которые я хрен знает где брал, чтоб ты будешь рассол, порассовываешь, потом сними их, выкини. Вот, просто порассовывай, ну. Хорошо. Мам, ну только серьезно. И руки помой. Добрый, не прижимай. Берегу. Так что держись.